Так, небольшое вам объявление. Находятся люди, которые звонят. Где Глушков? А где он? Вот он. Пытаются через кого-то выйти на нас и приехать надо откуда-то. Иногда разыгрывают эти сцены. У меня уже не один раз было. Поэтому вызываю на скайп. Посмотреть человека, что есть. Никаких ответов старайтесь не давать, выводите на меня. Пишет такое, все собрали. Когда до дела начинаю расследовать, там ничего нету. Ну, какой-нибудь за забором сидит, плюгавенький-то, и кидает камушки в тебя. Уже не один раз это нынче было. Галина Влеська была, грамотный человек. Девчонка, 15 лет. Она все приняла. И платье шила, все показала, как прилететь. Говорю, подожди, по скайпу выходила, нет. А телефон? Телефон не дает. Разоблачили, ничего нету, оказывается. Это просто разыгрывают. Вот пишут, что я осталась одна мать, больная, четверо детей. Ну, чтобы помощь была. Оказали, разобрались. Студент третьего курса медуниверситета. А ему высылают деньги, он же детей кормит. Ничего нету. И поэтому, Игорь, подойди, пожалуйста, чтобы я тебя слышал. Скажи, кто звонил, откуда и как? Вчера в Одноклассниках вышел один мужчина на меня, сослался на Наталью Усатую, что он с ней, а она его ко мне крещение направила. Принимала, да. Была здесь из Германии. Вот, сам с Узбекистана, просится как-то связать его или помочь, чтобы переехать сюда в Потеряевку. Вот. Ну я первый там вопрос ему провел, рассказал, он рассказал, что он сам православный, жена баптистка у него, вот, и хочет переехать, потому что там русским тяжело жить, хочет переехать туда, где живут люди, любящие Бога. Вот. Так, ну, звать вот. Как? Александр. Александр его звать. Даже гадать не буду, знаю, Александр. Почему фильм вышел «Антихрист», «Антихрист» тоже Александр почему-то назван был. Так вот, ваши советы какие? Мы, один вариант такой, что это разыгрывает нас, ну, войну как это немцы брали, и будто бы работают, а на самом деле того же НКВД работал. Это радиоигра была такая, и она обходилась тысячами голов. Это очень ценный материал. А может, это настоящий человек? Он про детей не писал? Я его спросил, дети есть, он не ответил мне на этот вопрос. Так, первый вопрос, он не ответил, не подготовлен был. Как проверять? Какие вам ваши предложения? Может быть, действительно настоящий житель, который бы он нужен был сегодня? Надо с Натальей связаться с этой. А? С Натальей связаться, у нее спросить. Ну она-то откуда знает-то? Даже если Наталья, он к ней обратился, она его на меня переслала. Просто она сказала вывести на кого-то Потеряевский. И не раньше, не позже, когда она уехала. Есть один нюанс. Сказала, я ему вчера вечером написал, говорю, у меня в друзьях Володя Пащенко. Они вместе живут. Ты через него и как бы с Игнатом Тихоновичем рядышком. Звонил? Выйди. Нет, никого нет, понимаете? И все. И он ко мне на страничку не зашел, чтобы на него с ним подружиться. Я ему говорю, подружись, и все. Не зашел, тишина. Меня это, конечно, насторожило. Вот. Но такое. Вы слышали, было. Когда это было? В прошлом году на линии кого-то зарезало. Да. А кто это такой? Оказалось, из Казахстана. Я стал просматривать. Был человек, который недоброе задумал из Казахстана. А может, он как раз и шел, и не дошел. Встречный пояс его сбил, и все. Как проверить? У кого какие предложения? У меня очень простые предложения. Я проверял их. Ну, проверить. Он говорит, я там-то, там или не так? Я говорю, приготовься. Вышел он в скайп. Вот я тебе даю время 1 час. За этот 1 час ты должен сделать, что я тебе говорю. А что я могу сказать проверить? В первую очередь, где он находится? Выстави мне паспорт, все данные.
трудовую книжку, военный билет. А теперь подойди к администрации города, где ты говоришь, и поставь вот так вот руку на плечо, на правое. И чтобы надпись была видна администрации за один час. Теперь пойди в военкомат, левую руку поставь вот так вот, наоборот. И чтобы было написано рай или горвоенкомат, где ты говоришь. Все, ничего нету. Сразу отошел, как будто никогда его не было. А говорят, на них управы нет. Есть. Один делал так, отрезает голову мою и прилепляет, где люди творят какой-то грех. Ну и Надежда Васильевна, я обратился к Севастьяну, он говорит, а это решает прокуратура, а они из другого государства. Сделали так, местная прокуратура сделала туда запрос, и там, видимо, так сделали. Все, что он сделал, сотни этих картинок, все убрал в один день, и больше заглох нигде нет. Алмазов, Севербек. Сколько людей, должны приехать, ничего нету. А его когда начали, у него там незаконный бизнес, там дом-притон. Ну, собирает там женщин и прочее. И прокуратура тамошняя Караганды ответила мне. Разговор окончен. Так что иногда приходится обращаться к власти, это нам не запрещается. Это делал Иосиф, когда говорит, ты фараону напомни, я зря сижу. Это же делал апостол Павел. Требуя суда Кесарева, говорил, так что конкретно, если вот такие предложения, выводите на меня, и чтобы не алёкал. Алло, алло, Игнат Тихонович, алло, ничего больше нету. У него, он не знает, что сказать, а я знаю, что он там другой сидит. Он раза три вышел, я ему не отвечаю, больше он нет. А другой начинает сразу же пятиэтажными матами кидаться. А что нужно делать? Молиться. Молиться и не пропустить тех людей, которые наши. Ну, еще вот 10 человек крестили, взрослые девочки. Это все через интернет пришли. И ошибки никакой не было. А среди этих, может, еще было там сотни, которых отвели. Следующую пятницу обещает, зачем он, я не знаю, Сорокин. Помните, из баптистов пришел, а жена осталась. И он всей семьей едет, у него уже двое детей. Но это человек наш. Он тогда хотел Потеряевку. А она-то никак. Батюшка сказал, ты сначала с ней договорись, а теперь едут, и будто бы речь идет о крещении ее. Так что его звать Дмитрий, я ее даже не знаю, как звать. Тоже помолитесь. Я необычную просьбу хотел сказать, помолиться. Не то, что я там говорю там к человеку. Игорь Барабаш. У него необыкновенное, трудное дело. И он тут кто-то помогает. Включите в свою молитву ежедневно. Господи, устрой, как воле Твоей угодно. Нужных людей найди, помоги. Я каждый день тут кручусь, а толку-то никакого. Но наблюдаю. Не против? Просто дело очень необычное, большое, дорогостоящее. И чтобы было сделано. Это для Потеряевки огромный плюс будет. Что мы не просто сидим, а здесь идет настоящая работа. У меня все на сегодня. Так что выводите на меня и на скайп. И не алёкайте.